Всем привет и здравствуйте! Сегодня у нас Gravity с композицией C'est la vie. Надеюсь, прочитал правильно, может быть там что-то другое имеется в виду. Как обычно, все ссылки на экране, милости прошу, подписывайтесь, вступайте, ставьте лайки, и мы с вами, вы не поверите ни за что, что мы с вами сейчас сделаем, начинаем! Чуть-чуть звук синтезаторов отдаленно напоминает то, что было в Еве Психеи и Жене Синей Бороды. Но, скорее всего, просто по звучанию, то, что септаккорды такие интересные обыгрываются. Но в остальном никакого сходства нет, просто навеяло слегка. Кстати, они поют достаточно тихо, то есть не в плане громкости, а в плане, то есть, как правильно объяснить, не сильным звуковым давлением, вот. То есть, даже не в плане тихо, а не с очень большой мощностью они выдавали звук именно в моменте куплетов. Может быть, вся песня будет такой, опять же, это не хорошо и не плохо, это все, все вообще способы решения вопроса, как спеть песню, это решение художественной задачи. Хотели показать более мягкое, спели так. Хотели бы показать более жесткое, орали бы в микрофоны. То есть, просто интересно, что они поют достаточно ненапряжно и с не сильным давлением. Очень интересные всякие перкуссионные рисунки играют. Ну и опять же синтезаторы там-там-там-там-там-там-там-там. Подобный ритмический рисунок обыгрывают тоже хорошо. И да, скорее всего, вся песня будет достаточно такая мягкая по вокалу, но опять же для реализации художественной задумки подходит отлично. Потому что здесь какой-то более упертый вокал, наверное, немного бы выбивался. А тут вот опять же мягко. Ну вот что-то я сфокусировался на этой детали, ну... Бывает такое, да. Про бас чуть попозже. Вообще мне нравится, что в треке, опять же, происходят разные события справа, слева, в центре и там где-то наверху, налево и направо. Ну, в плане аранжировка сделана не скучно, то есть в самом минусе, если убрать вокал, происходят разные интересные моменты. Например, там где-то перкуссия здесь у нас постукивает. Но дело в том, что она не перетягивает на себя внимание, так что, ага, какой-то раздражающий звук справа, нет, все сбалансировано, но при этом... Нет очень большого количества дублирующих друг друга инструментов, то есть, ну, звучит не скучно, это здорово. А еще, может быть, мне слегка показалось, но, возможно, чуть-чуть вокал стал плотнее именно в этом припеве. Может быть, чуть-чуть, возможно, даже немного там вверх приоткрыли где-нибудь, вот буквально там, вот процентов на 10 стало плотнее. Ну, либо я схожу с ума и вижу то, чего нет. Relax.
flex 더 자유로운 너와 나를 기다린 축제 What you waiting for? No way 빠져들었다 깊게 How you like that? This the way to play 좀 더 위로 yeah 수구체계 더 adrenaline Feel alive babe 좀 더 뜨겁게 서로를 원할 때 One, two, three, shots and I'll be catch your dreams, c'est la vie, that's on me, that's on me. Что касается баса, то он был, он достаточно плотный, выполнял свою функцию, именно заполнял низкие частоты, но прям как-то экстремально не выделялся. Тут вообще инструменты все такие немножко округлые, слегка прикрытые, голоса очень мягкие, на протяжении всей композиции они пели относительно мягко, то есть тут очень все ровно идет, но опять же жанрово, уж не могу я все музыкальные жанры вспомнить сразу, но именно мне навеяло похожее, что было в Еве Психеи, жены Синебороды, Атли Серафим. Вот, именно за счет вот этих синтов. Ну, кто вспомнил, как называется жанр музыки этой электронной, напомните, пожалуйста, в комментариях. Я не всесилен в этом вопросе, потому что жанры музыки, там существуют некоторые там с 5-6 словами в названии, которые прям не угадаешь. Но какой-то специфический прием используется. Ну, опять же, может быть, это хаус музыки можно отнести с натяжкой. Или к Dumb and Bass. Ну, да ладно. В целом композиция приятно звучит, и этого более чем достаточно, а пока что список бустеров на экране. Спасибо, дамы и господа, товарищи, товарищесы, друзья, друзья, нитим спонсоры и донатеры. Благодаря вам все это выходит, продолжает и будет выходить, пока тепловая смерть вселенной не разлучит нас, и там еще поработаем. Кроме того, Boosty, ранний доступ, дополнительный контент и многое другое ждет вас там. Проходите, смотрите, изучайте, если вы смелые, ловкие, умелые. Можете подписаться просто, чтобы висеть и таким образом спонсировать канал. Можете не подписываться, искать бесплатные публикации, они там действительно есть, но нужно правильно их искать. Вот пробники, так сказать, но я их не раздаю, как в магазине, вот так вот в лицо вам не сую, просто сами поищите. В общем, разберетесь. Далее, MP Reviews, K-pop новости, MP Entertainment, музыка, недавно вышел трек, и телеграм-канал Хаб Локация, я по-прежнему Максим. Я не говорю вам прощай, я говорю до новых встреч, пока!